В Шымкенте прошла премьера фильма «Мулан» на казахском языке. Это юбилейный 35-й фильм, озвученный на казахский язык корпоративным фондом «Булашак». Фильм студии Disney, дублированный на казахский язык и входящий в кинопрокат на государственном языке. В специальном показе фильма в Шымкенте принял участие аким города Мурат Айтенов. В своем выступлении он отметил, что в целях расширения сферы применения государственного языка за годы независимости растет количество качественных информационных и просветительских произведений на казахском языке. Выпускники программы «Булашак», созданные по инициативе Ельбасы, реализуют различные проекты, направленные на повышение интеллектуального потенциала страны. В рамках проекта корпоративного фонда «Булашак. Начни себя» голливудские фильмы были дублированы на казахский язык, что позволило казахстанским зрителям увидеть последние работы в киноиндустрии на своем родном языке. Благодаря проекту казахский язык стал 39-м языком студии Disney и 7-м языком студии Sony Pictures. Киноиндустрия пополняется не только новыми фильмами на казахском языке, но и в стране развивается дубляж. В будущем нам нужно достичь уровня, когда наши отечественные труды будут дублировать на языках мира. Главные роли в фильме озвучили актрисы Айгуль Иманбаева и Жанель Макажан. Кроме того, в фильме сыграла международная группа профессиональных каскадеров «Номад Стантес» из Казахстана. Они сыграли элитный боевой отряд героя-актера Джейсона Скотта Ли. Руководитель группы, постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов сыграл одну из главных ролей. В ноябре Жайдарбек Кунгужинов выиграл каскадерский «Оскар» премию «Таурус» Мировой академии каскадеров за работу над постановкой трюков в исторической драме «Тамирис». Озвучка любого фильма требует полтора месяца времени. На этот проект наш творческий состав приступил за 40 дней. Это кастинг, перевод текста и так далее. Спонсором фильма является компания BI Group. Также «Мулан» на казахском языке будет доступен в онлайн-кинотеатре «Иви». С 2011 года корпоративный фонд «Булашак» в рамках проекта «Начни с себя» художественного дублирования голливудских фильмов на казахский язык проводит совместные работы с компанией «Мыломан». До сегодняшнего дня на казахский язык переведено 15 фильмов студии Walt Disney Pictures, 6 анимационных фильмов совместного производства студии Walt Disney Pictures и Pixar, 6 фильмов Sony Pictures, 2 фильма студии Lucasfilm Ltd, 4 фильма студии Marvel Studios и 2 фильма студии Basilevs. Маржан Журабай, Ербол Махашев, новости.